Добрый вечер всем, меня зовут Светлана. Сегодня я закончила обучение в фотошколе Узория Файн. Ну, что я могу сказать? Я люблю фотографировать, у меня очень много есть фотоснимков, но проблема в том, что они были сделаны всегда обычной мыльницей или же просто камерой смартфона. То есть это были непрофессиональные фото. И на данный момент я пришла к тому, что я должна то, что я люблю, делать профессионально, со знанием дела и думать то, что я делаю. Поэтому передо мной стал выбор школы, в которой я хотела бы учиться, и выбор преподавателя. Честно говоря, я долго не думала, потому как я видела работы Зория Файна, я видела уровень его фотографий, и поэтому я записалась именно к нему на обучение. И что я хотела бы сказать? Во-первых, манера подачи информации была очень интересная. Я много писала, я много конспектировала, и вся та информация, которую он мне давал, очень полезная, и ее не найдешь в интернете, ее не найдешь в книжках. То есть огромная благодарность Зорию Файн за такую вот подачу информации. Были очень интересные домашние задания. И, в принципе, те уроки, которые длились по полтора часа, они пролетали как 15 минут. И также еще немаловажный фактор для меня – это атмосфера самого урока. Это доброжелательный преподаватель. Это позитив, и каждый урок, который на следующий урок, хотелось идти, хотелось получать какие-то знания, хотелось выполнять эти домашние задания, то есть я осталась очень довольна. И еще один плюс, на мой взгляд, огромный плюс, это то, что занятия были индивидуальными. То есть когда занятие индивидуальное, это намного эффективнее. И отдельная благодарность Зорию. Спасибо вам за то, что вы в меня вложили, научили, показали, рассказали. И, конечно же, я не хотела бы останавливаться на этом первом уровне. И, дай бог, я буду дальше продолжать обучение в фотостудии Зори Файн. Всем пока!